На ближайшие пару дней синоптики прогнозируют комфортную для ноября погоду. Особых перепадов температур от минусовых к плюсовым пока не будет. Но уже к выходным в ночное время столбик термометра может опуститься до 20 градусов. А это значит, что сегодняшние ручейки, которые бегут с крыш, превратятся в сосульки. На некоторых домах Барнаула висят таблички вроде этой. И летом, и зимой они предупреждают о том, что находиться рядом, в данном случае с этим зданием, небезопасно. Правда, устанавливать подобные надписи управляющие компании не обязаны. В правилах это нигде не прописано. Зато прописано другое. Согласно установленным нормам, пешеходы не должны приближаться к фасадам ближе, чем на 10 метров. И уж тем более припарковывать автомобили. Вопрос о минимально допустимом расстоянии от парковки до здания регламентируется законом. Если следовать своду правил по градостроительству, планировке и застройке городских и сельских поселений, то получается, расположение многих парковок, и не только в Барнауле, нормам не соответствует. Правда, нормы эти были актуальны еще в советское время, а потому в интернете все чаще появляются подобные видео. Ой, спасибо, господи. Ответственность за состояние городских кровель лежит на управляющих компаниях. Вот только у коммунальщиков нет определенного графика уборки снега и сосулек с крыш. Эту работу проводят по необходимости и порой могут просто не знать о нависшей угрозе. Юрист Дмитрий Лебедь советует жителям проявлять активность и сообщать о проблемных кровлях. По его словам, при желании можно распрощаться с нависшими глыбами раз и навсегда, если последовать опыту столичных городов. Например, в Петербурге и Москве такая практика появилась, что устанавливают специально обогревающие провода по именно фасаду домов, то есть по крыше, ну также на трубах сливных. И они, в принципе, обогревают как весной, так и зимой данные, то есть крыши, и появление сосулек буквально исключено. Однако установка подобных обогревателей во многом ложится на плечи жителей. Назвать стоимость невозможно только после расчета специалистов. А вот что уже известно точно. Барнаульские управляющие компании, которые будут плохо чистить городские крыши, получат штраф не менее 5000 рублей. Только покроет ли это ремонт неправильно припаркованного автомобиля и вернет ли здоровье пострадавшему человеку – большой вопрос. А потому давайте будем бдительны и обходить опасные крыши стороной. Елена Кузовкина, Николай Шилко. Наши новости.